ключ к легкому, гармоничному, свободному бегу – это расслабление. Но все-таки, когда мы бежим, мы же трудимся, мы же вкладываем усилия в каждый свой шаг. Поэтому напряжение скапливается в нашем теле. И выражением является закрепощение нашего тела, главным образом плечевого пояса. И вот отсюда идут поднятые плечи, искривление положения тела. Как с этим бороться? Есть простое, легкое, но весьма тонкое упражнение. Это сбрасывать руки во время бега. Мы говорили о том, что руками надо работать параллельно и по движению. Но когда мы чувствуем, что происходит некое искривление или просто уже вот усталость накапливается в плечевом поясе, надо их сбрасывать. Но сбрасывать при этом не сутулиться, а держать руки по вертикали и лопатки сведенными, это первое. И второе, это что во время бега с опущенными руками, они должны именно быть расслабленными. Не просто их опустить и бежать закрепощенными, они должны быть расслабленными, и это расслабление передается всему вашему телу. То есть мы бежим, потом сбрасываем и медленно-медленно поднимаем. Опять сбрасываем. Поднимаем, бежим дальше. Когда вы поднимаете руки, надо поймать эту свободу и перейти опять плавненько в правильную работу рук. Вы увидите, как топ-атлеты это делают и на дорожке на дистанциях 5000 метров, 10 тысяч метров, иногда даже на 1500 метров вы увидите бегунов, сбрасывающих руки, а уж на пробегах по шоссе, полумарафонах, марафонах сплошь и рядом. Так что учитесь бегать как топ-атлеты.